Да. Добрый день, уважаемые подписчики. Вот, наконец-то я устроился на работу, а то все там говорили, что маэстро никогда не будет работать. Вот так, да, вот такая вот у нас тут фазенда. Ключи там лежат. Вот такая у нас тут фазенда. Задача наша сделать здесь проводку. Вот. И ламинат. И ламинат, да. И, короче, закончились у нас сигареты. Прямые эфиры не могу сейчас снимать, потому что ебеня. Да, тут, короче, не летят сюда сегодня самолеты. Да, я тоже, блин. Вот Валерка. Всем салам алейкум, огромный привет всем. Да, Валерка узбек. Мой напарник, мой бригадир. Вот, и у нас закончились сигареты. Короче, ебенячие, Волоколамск. Вот у нас тут колодец с водой и две розетки, и одна лампочка, больше нету ни хера. Короче, там Булат написано. Вот этот вот? Да. Ну, блядь, нихуя, он что-то не лезет, блядь. Засовывай правильно. А, вот здесь надо это. Нет такой дырки. Наварить надо. Нет такой дырки, куда нельзя засунуть. Технологического отверстия. Вот такая хата. Короче, мы здесь по предварительным подсчетам где-то на недельку, да, Валер? Это полторы максимум. Полторы максимум. Такие здесь леса густые. Короче, идем в магазин, до которого... Ты не взял, да? Там оставались пару штук. Пару штук, да. Вот, я сегодня, там вот шлагбаум, они ездили сегодня за материалами, там, за проводами, выключателями. Я ебать не хотел, нахуй, эти Леруа Мерлина, блядь, сука. Я ебать реально не хотел, блядь. Там настолько, блядь, заебались, нахуй, ходить, блядь, выбирать. Еще, сука, толпа такая, это в рот ебал, блядь. Вот. Короче, я на эмоциях, блядь. Да, вот с Валеркой мы тоже жили на улице, он тоже раньше жил на улице. Теперь мы взялись за голову вроде бы. Я уже, блядь, как 7 лет нахуй за голову взялся. Блядь. Да, девчонки, кстати, малый холостой, смотрите, здоровый, под 2 метра роста. 1,82 м. 1,82 м. Уточняй, вес 74. Да. Годков ему. 38. Немного, 38 всего лишь молодой. Навсего. Молодой. Короче, гарный хлопец. Да-да, узбекский гарный хлопец. Да, узбекский гарный хлопец. Узбекский, таджикский тогда. Вот, ну, короче. Все будет пучком. Сейчас вот поработаем с Аней. И потом уже после этого... Заработаем бабла. Да, потом уже в другое место уже будем гипсокартон крутить, электрику будем делать. У нас все будет потом замечательно. Это просто дело времени, все. Шлагбаум поднимай, хуй мы обходим. Да ебать. Я ебу. Ключи-то у меня, блядь, а я-то ебу нахуй, я забыл, блядь. Знак. Зачем вот этот знак здесь повесили? Сука, комары здесь охуевшие, блядь. Да. Бройлеры, сука, летают. Комары здесь, ребят, как это. Ан-2, блядь. Самолеты. Бройлеры, блядь. Уже и Раптор купили, уже и сами себе обшитые, сука, блядь. Они, сука, охуевшие такие, блядь. Летают, блядь. Атакуют, сука. Вот и такое ощущение, как будто мы вдвоем здесь. Нихуя никого нету. Нет вообще никого, ни души. Одна женщина, он там стояла вчера, кого-то ждала и, блядь, куда она делась? Это невеста моя, Дима, была. А, да, твоя невеста. А я сегодня ехал, когда вот с Леруа, она говорит, а я говорю, блядь, а где моя невеста-то, блядь? Блядь, съебалась, говорит, куда-то, нахуй. Я говорю, ну хуй с ним тогда, что, ну без невесты, нахуй. Серегу надо на цех раскружить. Да, нет, он как бы не против, но сейчас нам нужно сделать вот эту хуйню. Сделай. Все будет заебато. Короче, хозяин вот этой хаты, ребят, он, короче, может дать денег. Да, на разгрузку. На, да, на создание цеха мебельного. Сейчас он свои дела уладит.
Да. И нам. И там дальнейшее, короче, блядь. Вот эту задачу надо не упустить. Бля, мы правильно вообще пиздуем? Правильно, вот дорога, видишь, машины едут. А то сейчас, блядь, куда-нибудь уйдем, блядь, заблудимся. У Валеры с геолокацией хреново. Хреново вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я распиздяй. Так, за сигаретами идем, да? А ты деньги взял? Сигареты, да, нет. По-любому кофелек. Кофелек, кофелек. Какой кофелек? Ключи не проеби. Не, у меня кофелек, все. Ну чего? Блять, заебали, сука, эти бройлеры ебаные, блядь. А, я смотрел, я хотел удочку это найти, нету там ни хера. Тут есть речка. Не, надо будет Сереге просто скажем, Серега привезет. Да когда он, привезет, ну, нам уже уезжать, когда он приедет. Блядь. Ну, блядь, продукты вчера, блядь, купили, блядь, на 5 косарей, блядь, сливку, блядь. Обалдеть. Там пиздец. Зашли в пятерочку, затарились на 5 штук. Там вообще... А блядь, тут что, огород, что ли, какой-то? Где? Вот это. Ну, хуй его знает. А, нам еще дальше. Я уже хотел здесь поворачивать. Нет, куда? Это просека. А, вот, дорога, трасса-то, вот она. Ну, да. Блядь, сейчас найдем, вот все хуйню, блядь. Нахуя, да хуя, хуйню захуяри. Расхуяривай хуйню, нахуй, блядь. На Валер мне везет. О, блядь, охуенно, я говорю, Серега. Перетяжка. Место, бля, я говорю, бля. Перетяжка мебели. Не, место вот это пиздатое, блядь. Смотри, какое, блядь. Три кресла, нахуй. Здесь, блядь, почевальня такая, блядь, пиздатая, нахуй. Ладно, а сквернословить нельзя, да? Да можно. Ну, ты же не... А, ты пьяный только сквернословишь. Да. А, ну, мы же трезвые с тобой. Ну я постараюсь не сквернословить тогда. Валер, ты пил сегодня? Бухал. Бухал, да? Да. А что идешь с ногами? Ну, блядь. Что не ползком? А чем? Руками, что ли, блядь? Что не ползком? Не, блядь. Херово бухал, да? Ну да. Надо догнаться. Не дождешься, блядь. Так, сейчас мы прочитаем, где мы хоть находимся. Авангард. Авангард какой-то. Хер его знает. СНТ. Строй, Дор, Маш. Вес. Ёшкин, матрёшкин. Я еле выговорил. Так, нам надо идти вот по этой стороне. Навстречу движущемуся транспорту. Ты видел, вчера машина улетела? Нет, это вы видели, я проебал. Я это слишком проебал, блядь. Вы что-то говорите, во-во-во, смотри. А я хули, блядь, я, блядь, синий, блядь. Проебался, блядь. Какой тут укроп, ребят, растет. Укроп, нихуя себе. Это укропищище, блядь. Укроп. Вот от этого укропа Валера Космос сейчас страдает. А, кстати, мне сказали, что его забрали с совка. Опять, что ли? А куда? Забрали, короче, скорая приехала и мусора приехали. Вот, это я про Валеру знаю. Про Космос. Вот его тоже Валера зовут. Одни Валеры кругом. Валера... Я одно время один только Валера был на совке. Потом появился... Все остальные Саньки. Третий, четвертый. Ебать, и потом уже Валера... Вот, потом уже определился, Валера узбек. Да. Все. А так, блядь, потом уже, как его, Валера, откуда он? Губа. Валера Губа, потом этот Валера. Космос. Космос, ну не Космос, а он как его? Одноглазый. Нет, ну, да, ну тот, на тот момент он не одноглазый был, блядь. Ну, да. Это лет 8 назад было, блядь. Как мы его звали? Блядь. Мордвин. Ну. Мордвин. Валера Мордвин у него был раньше, подгоняло. Он красавчик был, блядь. Это сейчас он, блядь, вот так вот. Бля, ну, сам ебать. Себя. Сколько он поехал? Ну, 120, ну. Валера сам себя опустил. Каждый человек, вот именно на совке,
Он знает, если есть желание, он вылезет. Если нет желания, он, блядь, там и будет утопать. Я не захотел, у меня дочка есть. У меня есть матушка, которым я высылаю деньги, которые зарабатывают деньги. И я не один раз, неоднократно высылал ее, то есть приезжал на Савеловский и людей забирал, чтобы они, люди, заработали. Просто люди потом хуяк опять, хопа, и забухали. На кочерге. А нахуя? Потому что у них нету стимула. Нужен стимул. Если будет стимул, будут и деньги, и вся хуйня будет. Я вот сейчас, Саня сейчас вместе работаем. И все будет заебато. Самое главное — желание. Да. Так что, люди, не повторяйте наши ошибки. На ошибках учатся. Да, но это факт. Дураки учатся на своих, да. А умные на чужих. На чужих, но на чужих я уже заебался учиться, блядь. Надо, блядь, на своих тоже, блядь, тогда. Надо, блядь. Не, все будет заебато. Единственное, вот девушку только вот. Да, девчонки. Все будет вообще. А, все, завидный жених. Хата у него своя, тут, правда, в ебенях каких-то. Нет, я в Королево. Королево. Королево? Королево, мы сейчас хату снимем в Королево, я тебе говорю, реально. Мы сейчас Королево снимем хату. Вот это у них укроп, бля. У меня просто объектов дохуя. Есть, как Славянский бульвар, два объекта, нужно просто их доздать, а потом... Вот эту машину давай обойдем, ну и нахуй. Это раздавит. Вот это. В Славянском бульваре два объекта есть, там их закончат. И потом в Королево еще есть другие объекты. И вот вместе с Саней, я думаю, просто мы вот именно будем вдвоем с ним работать. Сработаемся. Да, сработаемся, и все будет заебано. На улице ужились. Белиссимо перфекто. Все будет охуенно. На улице ужились. Непременно все будет охуенно. Впереди большие перемены. Просто нужно... Думать о хорошем, ну, конечно, базар. Да, нет. Вот подумай, сколько нам идти. Подумай, сколько нам идти. Подумай о хорошем. Да хуйня, мы же идем. Вот, мы же думаем о хорошем. Да, мы идем. Завтра, блядь, мы будем ебашить, нахуй. Дышим свежим воздухом. Природа какая охуенная. Да, особенно мне нравится укроп. Укроп. Ихний укроп мне вообще симпатизирует. Выше меня ростом. Нахуй такой укроп, нахуй. Это тебе не Москва, нахуй, здесь не косит нихуя. Ну да. И так он, смотри, да, везде. Уважаемые подписчики, извините за то, что я, блядь, очень часто скромословлю. Да, ну, ему... такой, какой я есть. Он электрик, ему по штату положено. Когда вас током ёбнет, вы что говорите? Ёбаный в рот. Нихуя, блядь, охуеть. Нормально. Так что, такой, какой есть, блядь. Это Валера Узбек. Зато правда. Да. И скрывать ничего не надо. Я как песни говорю, Саня, любитель, я вот песню эту люблю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И я распиздяй. Ну, я частично такой. Частично. В клеточку. Или да. Полосочку. Мой, нет. По диагонали. По диагонали? Да, по диагонали. Хуясно. Как в прописях. Ну, типа того. Блядь, далеко пиздавать. Далеко. Не, хуя, вон. Какой еще до речки не дошли? Это вот только речка. Ебать. Не, у нас сегодня охуенный видео. Да. Да? 14 минут уже, ну, минут 20 запишем. Чтобы люди поняли, где мы находимся. Не, мы хуячим, блядь. Это может, еще не речка. Даже, или речка. Если плюсы ставьте, если захотите. Плюсы ставьте, чтобы объем показали мы. Какой нам объем нужно хуячить, если захотите. Ну это мы прямой эфир включим. Да, ну бля, там хуево, нихуя там не пойму. Да как-нибудь сделаем, я не знаю, через твой телефон зайдем. Ну через мой тогда, блядь, через этот. На канал тогда надо будет заходить. Ну да. Ну через мой мне там нормально. Просто говорю. Связь здесь вообще, ребят, караул. Шляпа. Да. Телефон не ловит ни хрена. Вон, блядь, бамбуки, сука, раскидывай. Бамбуки.
Это не речка, речка вот за следующим бугром. Ебать! Это, слышите, я что хотел сказать? Сережа говорит... Мы вообще в ту сторону пиздуем, блядь. В ту. Сережа говорит, да тут мы минуту на машине ехали. Как он ездит, я... Нихуя, 160, 100... Сегодня 108, схуя. 160, 180. Одну минуту. А нафига вот эти кочки здесь? La ville grande, c'est la mer. Куда ты меня послал? Нет, я говорю по-французски. La ville grande, c'est la mer. Что означает? Жизнь большое дерьмо. Да. Нам вот дерьмо, вот это сейчас прохуять. Что там написано? Кто-нибудь там по-узбекски, дельмес, не дельмес. Я шаблясь, кимдер. Там, кстати, казахов очень много смотрят меня. О, тем более. Узбеча, бля, смы, ему тюркский язык. Не фарси, а именно тюркский. Я тоже просто по-тюркски. Озгина, не кям-кям, медунам. На дорогу не ходи. Ну, это кям-кям, медунам, это уже фарси. А я по-тюркски. Ну, я пьяный. Короче, не обращайся на меня. Что-нибудь расскажи для ребят. Да, да. Что рассказать, бля? Долбоёб по жизни. Живу, работаю. Дочке 18 лет. В Узбекистане. Живет. 11 класс заканчивает. Так что... Да, природа здесь, конечно. Нихуя себе. Придурок. В Москве, блядь, не работает нахуй, блядь. Себя не уважать нахуй, блядь. В любом месте всегда все можно найти. Просто есть лентяи, которые не могут найти. А так всегда. Я вот честно говорю... Без документов. У меня вообще ничего нету. Ни паспорта. Вообще нихуя нету. Но я нахожу и работу. И меня люди ищут, бля. Потому что, бля, ну, к работе я отношусь соответственно. Вот. Так что здесь только долбоеб останется голодный в Москве, в Подмосковье. Все будет, если есть, все будет кукушка, охуенно. Кукушка. Не то, что кукушка, а все будет просто охуенно. Самое главное, чтобы вот здесь было. Тут, блядь, люди, блядь, просто с документами, со всей хуйней, блядь. И, ой, блядь, я пиздец, я помираю, блядь, я ущербный, нахуй. Как так, нахуй, если ты, блядь, с документами? Ну, значит, желания нет. Большая машина едет. Так что, блядь, я говорю, было бы желание... И все будет охуенно. Чтобы желания, чтобы свои желания совпадали со своими возможностями. Если не совпадают, если ты, блядь, долбоеб, так ты по жизни будешь долбоеб. Ну а что, не факт, что это неправильно, что ли? Ну да. Что это с елкой случилось? Ёбан топнул. А может быть, кстати, молнии. Молния ебанулась, короче. Ну. Хорошо, нас рады мне было. А, кстати, я сегодня серьезно посмотрел. Не одна такая хуйня, еще наблюдали такую хуйню. Что тут, грозоотводов нету, да? Громоотводов. Грозоотводов. Она ебашит, куда не попадет. А, блядь, она так сказала, вот сюда хочу ебануть. Хуяк, ебануло нахуй, да, и все нормально, блядь. Опа, я куда захотел, туда ебануло, блядь. Ну, одну минуту, говорит, слышишь, одну минуту мы ехали на машине. Да ну, урод, блядь, наоборот. На машине, блядь. Чтобы за сигаретами, ребят, сходить, я не знаю, велосипед покупать. А он сказал, я привезу, я говорю, блядь, когда мы здесь заработаем, нам уже велосипед-то нахуй не нужен, блядь. Лучше сейчас, свой Land Rover бы оставил бы. Вот, я не водил. А я могу. Ебать. Саня, мы куда-то туда тогда уедем, в кювет нахуй, блядь. Нихуя, мы нормально все уедем. Там вот две педальки. Смотри, какое поле. Саня, там вот две педальки. Ну, я с тормоза. Третьего не дано. Тормоза придумали трусы. Вот здесь за три педальки. Ну да. Бля, что-то хуя. Давай.
Долго, да. Ну, обратно будет повеселее. Ну, может, и пиво, пивка возьмем там, бля. Да, ребят, познакомились мы вот с Валеркой. Мой товарищ старый. На совке мы там прожили с ним немало. Вот, пока на этом видео мы закончим. Может быть, попозже выйдем в прямой эфир, да? Бля, если у нас получится. Не берет, не берет. Ну, с твоего выйдем. Ну, там связь-то нет, если только через мой. С твоего телефона. Все, ребят, всем добра, подписывайтесь, ставьте плюсы, минусы. Лайки, лайки, лайки. Лайки, лайки. Только вверх. Йоу. Йоу. If you want a body. Все будет охуенно. Все, всем пока.